Раннее утро, а в центре управления сетями кипит работа. Это сердце энергетической системы западного филиала компании «Россети. Московский регион». Еще год назад управление электрической сетью западной части Московской области осуществлялось в 8 городских округах, и диспетчеры могли управлять только своим участком сети. Сегодня уникальный и пока единственный в Подмосковье объединенный ЦУС позволяет энергетикам решать главную задачу – обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Централизация управления позволила успешно реализовать концепцию компании «Цифровая трансформация 2030». Когда мы смогли объединить центр управления здесь, в сердце, в Одинцово, собрать все западное Подмосковье, соответственно, мы смогли организовать управление всем коллективом и каждым человеком, независимо, в каком районе он работает. Сегодня Волоколамск помогает Можайску, завтра Можайск Волоколамску. Но тем самым мы обеспечиваем более высокое качество и надежность электроснабжения потребителей. Создание центра управления сетями – лишь часть большой работы, которую проводят энергетики. Особое внимание специалисты уделяют развитию электросетевого комплекса, в том числе Одинцовского городского округа. Более 20 питающих центров в муниципалитете обеспечивают электроэнергией промышленные и торговые предприятия, объекты малого и среднего предпринимательства, организации, жилые дома и социальные объекты. Яркий пример – подстанция 110 кВ Одинцово. Одна из старейших в регионе, введена в строй в 1938 году. За это время была несколько раз модернизирована. Подстанция Одинцова – это пример использования передовых технологий. Современные технологические системы управления технологическими процессами позволяют передавать данные об электрооборудовании в режиме реального времени. А благодаря реконструкции, проведенной на этой подстанции, мы увеличили суммарную трансформаторную мощность более чем в два раза, со 120 до 286 мегавольт-ампер, и ввели в работу новый класс напряжения 10 кВ. За 100 лет со дня принятия в Кремле плана ГОЭЛРО электросетевой комплекс Одинцовского округа прошел огромный путь. Введены сотни мегаватт мощности, протянуты тысячи километров линий электропередачи. На высоком профессиональном уровне осуществляется взаимодействие энергетиков компании. Успешно применяются новые технологии. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю работают бригады Одинцовского района электрических сетей. Круг их обязанностей широк. Это введение в строй новых электросетевых объектов, реконструкция существующих питающих центров, линий электропередачи, плановый ремонт. Проводится неплановый осмотр оборудования и теплоизоляционный контроль с помощью тепловизора для выявления скрытых дефектов нагрева оборудования, кабельных наконечников, шинного разъединителя и вакуумного включателя. Главная идея плана ГОЭЛРО – развитие электрификации. И сейчас, 100 лет спустя, перед энергетиками стоит та же задача – создание надежной системы электроснабжения и подключение к электрическим сетям новых потребителей. Успешная деятельность ПАО «Россети. Московский регион» доказывает – никакое испытание, будь то непогода или даже пандемия, не может повлиять на достижение поставленных производственных целей. Задачи действительно те же. В каждый дом надо привести свет и тепло и обеспечить надежность, чтобы он всегда был. Несмотря на что, обеспечивать те жизненные условия. Мы уже привыкли к свету, и мы не представляем своего существования без него. И вся наша электронная техника, она живет только с электричеством. И коллектив решает эту задачу так же, как и 100 лет назад решали строители и основатели ГОЭЛРО. Высокий профессионализм энергетиков компании «Россети. Московский регион», слаженность их работы доказывают. Здесь работают надежные люди. Профессионалы высшего класса. На их плечах лежит огромная ответственность за свет в наших домах. И они достойно с этим справляются. Евгения Августина, Жанна Набок, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».